С начала года в республике произошло 20 аварий с участием мотоциклов и мопедов. 3 человека погибли, еще 17 получили травмы. Большинство этих ДТП произошло по вине мотоциклистов. В основном пренебрегают правилами маневрирования, то есть не соблюдают дистанцию, невнимательны при перестроении, также нарушают требования дорожных знаков, дорожной разметки. В ГАИ также отметили, что жалобы на мотоциклистов в последнее время участились. Особое недовольство высказывают жители, чьи дома находятся рядом с дорогой. Люди жалуются на сильный рев двигателей, в том числе в вечернее время. ГАИ рекомендует гражданам сразу сообщать о подобных случаях в дежурную часть МВД. Также можно присылать фото и видео нарушителей на Вайбер ГАИ.